Итак, начнем такую тему. Как в психике, для чего и зачем вообще, ну, вся суть, почему у женщин есть менструация? То есть для чего эта функция дана людям? Ну, многим животным, понятно, но не все обладают этим свойством. То есть что это за функция, именно как она в психике устроена и для чего дана? Все, что идет по этой теме. Попробуйте сейчас отключиться от всех медицинских терминов. То есть это тоже как бы есть связь с биоритмами какими-то, со временем. Почему есть определенные циклы такие? Как именно? Сейчас вывожу структуру психики, допустим. Есть как оно? В чем вообще разница, что происходит? Сразу идет, когда сбои, нарушение идет по психике. Сейчас смотрю, где идет нарушение. Оно и сверху подтягивает. Попробуй еще словить, почему происходит нарушение. Это как сигнал выключается. Вот в голову выбрасывают. Вот если на физику смотреть, выбрасывают в голову. Оттуда какое-то перекрытие сигнала идет. Он руководит организмом. Нормальный, стабильный цикл. Почему-то на фоне стресса идет сбой. По гормонам идет сбой. Прям стресс, выброс, как он называется, вот эти стрессовые гормоны. Ну, как-то вот показывает, как точечно, вот прям как разряды какие-то идут. Вот, смотрю сейчас детородную эту систему. Так, яичники. А для чего вообще это? В яичниках тоже программа. Ощущение, что в яичниках тоже идет программа, определенное количество. Вот они есть готовые, яйцеклетки у женщины. Вот сейчас выбрасывает даже у каждой яйцеклетки какое-то как мини-сознание есть, уже заложено что-то. Супер. Пошло как-то так вот. Тоже они в определенном порядке даже выходят, что созревание, да, но они могут даже вот когда какая-то как сигнал идет связь, подтянуться, даже та, которая как бы вот, ну, как бы не должна прийти. И какая-то уже у каждой программа есть. То есть одна может уже даже выйти в оплодотворение, но там произойдет что-то, ну, не должна она, должна уйти просто, ну, срыв будет или что-то. Подвязка с душой, то есть вот верхняя часть, душа там точно как-то участвует, то есть идет сверху. Естественно, идет там вот сигнал на физическое тело, вот эти вот штуки регулируются. Ну, связь идет, вот изначально то, что есть, и в психике. Сейчас посмотрю, какая зона. Зона регулировки, коррекции. Вот
Ощущение, что приходит время, выходит, вот если нужно, в нужное время попадает, все вовремя созревает. Когда задержки идут, то ну, готовность нет у этих яйцеклеток даже выйти. То есть они вот со временем тоже подвязка идет. Приходит время, она выходит. Программа уйти. То есть это сейчас как идет слово вариант. Очищение, очищение. Все ненужное уходит, избавляется для того, чтобы дать как возможность тем, кто должен прийти и завершить цикл оплодотворения человечек. Дать как больше направить больше энергии на нужное что-то. То есть это как типа костюмы для каких-то душ, да? Как оболочки какие-то выбирают программное обеспечение. Вот даже в яйцеклетке есть вот такой, вот, как пришла, как битая яйцеклетка. Вот если как-то пойдет, что она плодотворится, будет, ну, или ребенок какой-то с увечьем, или вот что-то произойдет такое. И вот какой-то механизм регулирования на этапе даже вот этом эти как-то яйцеклетки как отсеиваются. То есть не должно оно быть, как защита даже идет. Почему тут у женщины как защита от такого вот ребенка, ну, как проблемного. Как это регулировать? Настрой от психического состояния очень сильно зависит. Если сбой идет по гормонам, вот какие-то страхи, еще что-то натянутся именно вот по энергетике, потянется вот какая-то такая неправильная яйцеклетка. А почему не сделана такая функция, вот как... У мужчин, допустим, сперма, она со временем, там, через 8 дней начинает расщепляться. Почему у женщин нет такого механизма, чтобы эти яйцеклетки не выходили, а именно тоже сами собой расщеплялись? Почему такого механизма нет? Сейчас опять вопрос, что там какое-то сознание есть, оно просто само не может расщепиться. А в сперматозоидах? В сперме? Сейчас настроюсь. Сперма естественным образом выходит. То есть, ну, там цикл быстрее, быстрее, быстрее. Ну, быстрее, чем у женщины в этом случае. Ну, как ученые говорят, что там каждые 8 дней у мужчин обновляется. Еще вот идет что. Когда оно не выходит, вот там опять-таки начинается как. Ну, грубо, конечно, ну, как гнилостные процессы. То есть, если оно внутри, вот это сознание начинает как разлагаться, то оно дает вот какие-то такие неприятные что-то выходит. То есть, загрязняется организм. Вот у меня вот так идет. Если нет тут нормального цикла. Попробуй сейчас, ну, отследить у себя разницу. Вот сейчас вопрос задам, отзывается или нет. Что сперматозоид, он более такой рептильно-поведенческий, какие-то функции несет, а яйцеклетка более такое глубинное сознание. Очень отзывается. Вот такое ощущение, у меня сейчас на сперматозоид сработало сразу эго, вот, вот туда больше всего программ закладывается, который сперматозоид несет. А вот яйцеклетка, она как-то с душой напрямую связана, вот туда идет. Тряска туда идет. Да. Вместе оно либо гармонию какую-то создает, либо ну, полная дисгармония, когда вот, ну, нашла коса на камень. Ну, то не с тем. Но программы должны совпасть. Вот туда вот как-то все хорошо, когда программа совпадает. Но определенно должно быть как какое-то время. Все равно программа какая-то есть. А вот еще ну, как утверждение, что менструальная кровь не свертывается. И она более темного цвета, чем обычная кровь. Почему? Да, почему это? И почему не происходит... Она больше информации несет. Вот, сознание и сама структура крови. Там еще информация есть. Она отличается от обычной. Вот, артериальной, венозной. То есть там крови, крови. Ну, набор химических этих свойств. То вот менструальная, она имеет какое-то как, ну, сознание, да. И оболочка, она более плотная, оболочка для сознания, такое ощущение, как защитная оболочка, вот это, что вот это вот мини-сознание такое вот каждой этой яйцеклеточки и вот этого всего, потом вот этого процесса.
Оно как защищает. Обычно менструация не бывает вот во время беременности и, ну, лактация, да? А можешь сейчас посмотреть, как психика реагирует, как она, ну, перестает вырабатывать эти яйцеклетки и, ну, то есть именно как психика срабатывает. Переключение. Вот где-то в голове идут переключения. Вот меня снова выбрасывает на голову. Но Другая это программа определенный. включилась, как вот контакт с одного на другую задачу переключился, и ну, смысла нет. То есть что-то всегда для чего-то происходит, а здесь зачем? Давай посмотрим, как этот механизм работает. То есть он работает, в принципе, неосознанно человеком. Вот. Оно где-то, оно глубже ну, заложено Да. как программа. Да, вглубь посмотрим, как там этот механизм устроен. Хорошо. Идет не свыше. Вот программа эта идет не от души, а вот туда, куда попадает. Ну, душа попадает, выше я подтягивается. Вот оно где-то там. Оно где-то там, и оно идет тут уже. Ну, больше это земные программы какие-то даже. Может, родовая какая-то подтянуться штука, да, и она передается по нас, ну, цикл у кого-то 28 дней стандартно, у кого-то больше. У мамы, у бабушки будет так. То есть генетически тоже там генетическая память есть. А почему эти циклы происходят вот, ну, в большей степени автоматически? Почему человек не может сам выбрать там, хоп, на 20-й день, на 15-й день, надо почиститься, хоп, и вывело все? Вот опять идет слово защита, что может намудрить, если ему дать такую функцию, может будет горе от ума. Вот тут Попробуем защита. разобраться. Почему-то вот мне всегда думала, вот собаки, да, или там, ну, у которых там 2 раза в год они могут, там меньше сознания, и им не нужна даже эта защита. Не природная срабатывает там 2 раза в год, определенно в эти дни, то есть, ну, они там точно же ничего не контролируют. Человек, в принципе, мог бы контролировать, но ну, может какая-то получиться ерунда. Вот, с точки зрения защиты, если не идет. Вот тут оно должно быть в автоматическом режиме, и программа автоматики заложена. Лучше туда даже как бы, ну, со сознанием своим лучше туда даже не вмешиваться. Вот как-то природа умнее. Тут ощущение, что сильнее и умнее. Психика туда нужно только помешать. Вообще перекрыть каналы, что. Давай попробуем глубже пойти, вот разобраться, защита от чего, для чего. Можно в историю пойти, как это было там 1000, 2000, 3000 лет назад. Опять-таки, не привязываясь к этим христианским всяким канонам, правилам, либо религиозным другим, а именно как вот оно по физиологии заложено. Тоже есть утверждение, что раньше циклы начинались там с 10 лет. Сейчас в среднем 12-14, раньше было там 10-12 лет. Да, посмотрим, там 3-4 тысячи лет назад, как эти процессы были, с чем они связаны, вот это вот смещение. Сейчас идет вообще, раньше была как задача и программа плодитесь и размножайтесь, вот больше людей должно было быть. Почему-то сейчас идет, что раньше не было такого, что пока кормит, там не может забеременеть. Такое ощущение, что у них вообще цикл как непрерывный шел. Вот родила, может опять, родила, может Да, опять. сейчас чаще фиксируют эти всякие Сейчас менопаузы, тоже идут сбои, да. климакс гораздо раньше по годам. Ограничение идет, ограничение. Ну, вот уже много перенаселения идет планеты, уже не нужно такое количество людей, прям задачи такие уже. И
Вот, насчет ограничения, да, перенаселения планеты. Вот это отзывается очень. Есть же еще синхронизация, это когда вот в коллективе у женщин там бывает у всех в одно время примерно начинается, да, там плюс-минус. Правильно, синхронизация, Смотри, да, вот называется. регуляция, вот это сразу включилась война, да, нет детей, нет мужчин, люди, женщины рожали, рожали, то есть легче все это давалось, и ресурсов таких не было, ну как-то и растились эти дети, и люди. Вот сейчас вот это Сейчас. все зависит на коллективном уровне синхронизация. Есть ли там не просто в коллективе, а глобальный, то Общая есть там программа. По именно по... ощущениям есть. По ощущениям есть. То есть связано с планетарным уже таким Там тоже, уровнем, там да? общие глобальные задачи, да. Сейчас этот Китай с коронавирусом в голову пришел, но вот реально их там много. Там пытались на каком-то уровне ограничения детей, там количество детей в семье, но вот решила, видно, это все программно идет, что вот мы уже решили вот таким способом откорректировать. То есть если предположить, там через сколько-то лет будет 15 миллиардов населения, или там Не 20, ну, к будет. примеру, Ощущения то не будет. тогда месячные прекратятся, ну, если просто взять как идея. То есть месячные могут вообще прекратиться, если совсем будет перезаселена планета. Вообще не прекратятся. Опять-таки, если программа посчитаю, будет заложена, то да. Такое ощущение, что как-то будет меньше, больше людей. То, господи, меньше людей, но какие-то более качественные, что ли, будут. Не, Есть это какая-то такая по-любому лучше, чем какая-то это вариант. отсеивается. Очищается, отсеивается. Месячные прекратятся ли? У людей в По будущем прекратится. ощущениям, что вот тогда будет дан доступ к регуляции самому человеку. То есть вот двое-трое детей хочу, больше не хочу. Такое ощущение, что будет какое-то уже влияние человека на возможность дальнейшего воспроизводства. То есть где-то вот самому себе можно будет выключать эту функцию, если не хочешь. Человек своим А как-то сознанием начинает по-другому, регулировать. даже вот и на физике по-другому будет, и на психике по-другому. Изначально заложено будет меньше вот этих возможностей. Такое количество не нужно вот этих даже там яйцеклеток. Как-то такое ощущение, что будет меньше, но вот они все такие будут в точку, будут меньше отбракованы. А Называется если вот чище планета, может быть. яйцеклетки, вот, которые сознанием обладают, да, это чьи-то копии сознания, ну, сознание женщины этой, или, ну, вообще, что это за сознание? Кто наделяет сознанием? Женщины там тоже что-то есть, наделяют. Генетика, там слои другие, но есть какой-то бутерброд, он меньше. Четко там уже идет и генетическая программа. Собственно говоря, какая-то как часть от общей. Связка с душой должна быть тоже. Оно должно притянуться на определенных вот вибрациях энергетических. Душа тоже подтягивается, там идет связка к этому сознанию тоже. Наделяет что-то выше, там не только генетика, там что-то есть еще как часть какая-то, как вот какой-то сигнал, часть какая-то, которая определенные вибрации тоже спускает, вот она подтягивается, даже душа может нужно притянуться, ну, как чувствую, да, вот свое, да, вот здесь получится какие-то программы выполнить, еще что-то. Здесь вот эта душа. Душа будущего ребенка, душа наделяет сознанием, да? Ну, в большей степени. Душа как выбирает себе подходящее сознание. То есть
души там еще нет, пока это еще не зародыш и не ребенок, но душа уже может просмотреть, душа уже может чувствовать это сознание и вот именно пойти, если оно и подходит, им нравится, да, хочу жить с этим сознанием, хочу воплотиться, она его подберет. То есть если ей что-то будет не нравиться, либо генетические коды, вот, вот, что в разрез идет с какими-то задачами, она не пойдет туда. Ну, либо пойдет, ну, там, на какую-то, да, задачу. Как-то под задачи идет. Души программы, она себе подбирает под задачи. Ну, такое ощущение, что она даже как бы не столько там женщину выбирает, сколько вот, вот изнутри просматривает вот там возможности. То есть яйцеклетку больше выбирает, да? По ощущениям, да. То есть, ну, для души особо даже не столь важно, там, как выглядит женщина, сколько ей лет, и важно, ну, будет ли возможность. Даст ли вот, ну, тело физическое будет, набор определенных там характеристик, возможно, интеллекта. То есть, что можно настроить, что из этого вот может действительно получиться, как она будет в коннекте с вот этим вот, с этими программами. Тогда вопрос, насколько важен тогда сперматозой? Смотривает ли душа сперматозой? То есть если душа ориентируется на... Почему-то даже больше идет физическое тело, вот больше физики он дает. Только для физиологии, да, получается? Да, если женское, это больше вот, чувствительность, эмоции, вот такие характеристики, то вот там это вот больше, да, качество тела, какие-то вот более такие серьезные структуры. Не знаю, как мужские, да, структуры. Вот, вот больше мужчина не выделяет. Там тоже есть, там сейчас род мужчины тоже заложен, опять-таки, вот там вот микросознание. Функцию как-то больше вот основную женщина несет. Мужчина как бы, ну, не то что вторично, без него тоже никак, но... Скажем, как-то для души даже больше важнее яйцеклетка, чем вот качество сперматозоида. То есть тут вариации могут быть, она так, ну, не сильно привязывается. Больше выбирает вот именно качества такие. Душе ближе больше такие чувствительные качества эмоциональные, чем физика, чем тело. Идет туда важнее. Классно. Много чего отзывается, есть над чем подумать и... То есть это можно использовать и в дальнейшем при работе. То есть можно проследить именно привязки к сознанию, к первичному, как идет весь механизм. Связь там есть. Связь там точно есть. Родовые программы, там все, там вообще, там вот мини-психика, там мини-вот вроде как. В яйцеклетке сразу бутерброд, да, идет? В яйцеклетке даже как мини-бутербродик. Вот. Там тут прописано очень много программ. Можно по слоям побегать еще посмотреть. А попробуй сейчас вот прочувствовать, как именно сознание формируется от души. То есть от мамы понятно, генетически считывается там с кода. А как от души закладывается информация? Смотрю, допустим, маленькие, да, женщине произошло слияние. Лучше слоя там. Вот душа уже наблюдает, когда уже процесс слияния произошел, он формируется. Получает на решение, принимает, подходит или не подходит, хочу, ныряю туда. Может на разном этапе даже войти. Ну, 9 месяцев, нельзя сказать точно, что на определенном периоде она должна улететь, эта душа. Там кто-то третий месяц, кто-то там при рождении. По-разному вообще, по-разному.
Эти внешние факторы могут повлиять, что намерение было, но не произойдет. Улететь, не туда улететь, сейчас и сил. То есть, кстати, это тема ботов. Душа влетает, она, вот, допустим, ситуацию беру, когда еще в утробе мамы, да, ребеночек, душа, она ныряет, она вообще обволакивает все вот это вот, то, что развивается. Это очень, Чувствуется, как, кстати. вот, как пронизывает вообще, как энергетическая оболочка получается, ну, как зародыш, там уже, ну, человечек маленький. Очень называется вот по теме ботов, да, то есть бот это те, которые без души, просто программное обеспечение, то есть получается, Оно они берут тот есть, но она образ, не, да, который не будет сознания. только генетическое программное Да, обеспечение, да, то, что вот это здесь заложено уже все. Душа сначала, такое ощущение, что зародыш маленький, а душа вокруг вообще вот шарик, и она как бы ждет, она где-то даже уже охраняет его. То есть она улетела уже раньше, уже смотрит. Постепенно он растет, она уже начинает наделять его какими-то такими, уже по энергетике. Уже какое-то такое слияние, уже вот коннект происходит, если все хорошо. Но тут она еще может как бы и нет такой привязки прямо вот к телу, она еще может. Класс. Спасибо. Рождается, вот и рождается он. И тут уже вот при рождении такое ощущение, что душа основную роль играет. И от нее будет зависеть, как вот это выделение этих структур произойдет, как это высшее я сформируется. Тут уже от нее рождается человечек, как говорят, вот, когда входит душа. Она в этот момент может не входить, она вот как раз формируется, прям вот эти структуры раскрываются. Ну, у всех детей по-разному есть периоды, когда появляется программа ума, эго формируется. То есть, ну, это понятно, от души зависит. То есть, Ну, как если... раскрывается, оно-то формируется, оно уже есть. Ну, вот именно на этом этапе, когда вот Да, то есть уже физическое процесс... от мамы, там уже вот просто оно уже как самостоятельно получается единица, да, ребенок не зависит от мамы. То есть Вот это тут уже... оно уже, главное, раскрывается, вот душа очень большую функцию играет. То есть если ее нет, ну там просто высшая, как это как программа, просто набор программ. Просто это уже так научили от родителей, что-то делаем. Тут какое-то рептильное вообще сознание идет, то есть выживание, уважение, душа и. Прикольную тему мы развернули. Это последний вопрос хотел такой спросить. Вот по магии есть такое, что самая сильная магия, это которая делается на менструальную кровь. Почему это происходит? Это внушение, программа такая, или там реально есть какая-то сила вот в этой крови, то, что она насыщена сознанием разным? Отзывается, что насыщенно отзывается, почему сильно, это сильнее, чем там волосок на волоске магичий, да, потому что на волоске сознания этого не будет. А вот там вот от женщины очень много связка идет. Она прямо может влияние быть, да. Информации очень много там. Почему привороты на кровь, да. Ну тут магию полезли, тут будет. Не так Нет, просто. магию сейчас не полезем, там, да, там много всяких штук. Но есть Точно, такое, да, что отзывается. из-за насыщенного сознания. Идет привязка, подавление, но плохо и самой женщине будет там, и мужчине, если там это приворот, либо там, ну, как чаще всего привороты используют, но она имеет сильную информационную сжатость, такая очень, очень концентрированная информация, через нее очень легко зацепить. Если ее наделить какими-то там, ну, как обряды, заговоры, там включается уже эгрегор какой-то. Могут Понятно. повлиять на вот эту, ну, на структуру саму. Ну, то есть кровь, то есть она вышла, но она еще влияние на женщину будет иметь в любом случае, пока она совсем не раз, ну, как распад не произойдет, она будет влиять на этом этапе, да. Так отзывается. Подпаивают, да, если мужчина глотает эту кровь.
Он, получается, в нем находится сознание И чужое. он, да, привязка получается очень сильная, но она противоречит его этому высшему, ну вообще всему его, это чуждо ему. И сразу же он дарахает по психике, психические расстройства, то есть он вообще не понимает, что. Но вот это сознание, оно встраивается даже такое ощущение, что вот бутерброд, вот все вот эти структуры начинают какую-то свою игру. Ну, то есть это получается из сознания, которое вот в этой крови, Они могут включиться уже в сознание, ну, кролика, да, на кого это направлено. в яйцеклетке, да? Это сознание получается очень сильное. Редкая кровь, да. Класс. Супер. И оно является основным для формирования души. Проявлено. Класс. Скажем, не совсем основным, но немаловажным. Не скажу, что прям основным. Душа все равно как основная, но она подтягивает программу отсюда. Точнее, что она выбирает. Тут у души больше функций, пока она еще на этапе выбора. Потом уже что есть, то есть. Тут мы будем с этим работать. Тут так как-то звать. Это типа как выбирать автомобиль во время его производства, да, на этапе Вот комплектации. подбирает, да. То есть посмотрел изнутри, как оно, что нет, не нравится, лучше другое, то есть автомобиль, смотрю, что там вот что-то не нравится, какие-то там внутренние Ну, что-то да, в принципе, подходят. Нет. автомобиль можно взять базовую комплектацию, а можно уже А, дополнительные да, ячейки. можно дать Дополнительные задание. ячейки, получается, Ну, душа формирует. Да? да, как-то вот близко по структуре, для понимания, да. Внимание отзывается. Супер, классно получилось. Жалко мужчину, на которого такое делают. Я его смотрю, и это кошмар. Лучше не делать. Ну, там уже будут разные причины, почему мужчина влияет. Ладно, так, сейчас останавливаю запись.